Упорство, стремление и воля к победе. Копейчанин Максим Вариков стал призером Всероссийской спартакиады для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, которая проходила в Челябинске. 12-летний спортсмен привез с соревнований 5 дипломов. Я занимаюсь где-то уже год или полтора. Я занимаюсь, получается, в тренажерном зале, на стадионе, метание копья, дартс. Проходила эта спартакиада в Челябинске на стадионе. Соперников было 4. Максим участвовал в бег на коляске, толкание ядра, поучаствовал в дартсе, настольном теннисе и спортивное ориентирование. В Челябинске Максим занимается 3 раза. 2 раза мы ездим в тренажерный зал и 1 раз на стадион. Вот уже непосредственно, где занимается легкой атлетикой, это метание копья. Дома мы делаем общую физическую гимнастику. Более 3 лет назад Максим попал в серьезную аварию и повредил позвоночник. Однако, несмотря на сложности, мальчик ведет активную жизнь. Он не только занимается спортом, но и рисует. Почти все стены комнаты украшены его картинами. Мы сейчас вернулись из клиники в Москве, и нас прям врачи его похвалили. Именно потому, что с момента аварии прошло уже 3,5 года. И мы смогли вот сохранить именно вот то, как было. То есть к этому моменту уже, как нам говорили, много появляется проблем и сложностей именно последствий вот такой травмы. А благодаря тому, что он активный, что он занимается разными видами спорта, пробует себя везде, вот у него осталось то, что сейчас есть. Хочу сказать отдельное спасибо моему тренеру, то, что он поддерживает меня, всегда помогает. Да, Вадим Альбертович – это наша прям большая опора и большая поддержка. С ним жизнь наша стала легче, интереснее и увереннее. Сейчас Максим готовится к еще одним соревнованиям. В августе в Челябинске пройдут параауральские игры международного уровня. На них копейчанин также выступит сразу в нескольких дисциплинах.